В прошлом году работодатели республики подали 477 заявок на привлечение иностранцев из стран с визовым режимом. Им предложили трудоустроиться по 79 профессиям. Об этом в ходе заседания комитета по общественной безопасности рассказала советник отдела Минтруда Башкортостана Галина Ванцова. По ее словам, в республике работает специально созданная межведомственная комиссия, которая принимает решения по выдаче разрешения на работу иностранцам. Алгоритм следующий. Работодатель подает заявку о необходимости привлечь работника. Далее собирается пакет документов и принимается результат. По словам экспертов, обычно одобряются не более 35% всех поданных заявок, после чего иностранцу предоставляется патент, то есть право на трудоустройство в России. Большой отсев заявок связан с выявлением проблем у компаний с серыми зарплатами, наличием долгов по налогам и так далее. Всеобъемлемо со всех сторон смотрят, и это нам играет, честно сказать, на руку, потому что при защите квоты перед Москвой мы уже спокойно можем рассчитывать на то, что нашу квоту утвердят. После терактов в Крокус-Сити-Холле, исполнители которого оказались приезжими на заработки жителями Таджикистана, Владимир Путин потребовал ужесточить миграционное законодательство. Минтруд предложил создать оператора целевого набора трудовых мигрантов, исходя из потребностей экономики, ограничить срок заключения трудовых договоров с ними до 2 лет и потребовать для этого сдачу экзаменов на знание русского языка, истории и законодательства России.